На неделю перекроют часть улицы 15 лет октября. Ограничения начали действовать уже 30 числа и продлятся до 5 ноября. Перекрытие организовано в районе дома номер 36/46 по проспекту Победы. Ремонтные работы будет проводить Тверь-Водоканал. Компания установила на месте работ временные дорожные знаки. Там будут запрещены движение и парковка всех видов транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.